Так, всем привет! Сегодня у нас поездка на метро Казани, плюс там небольшой поход. В общем, вот так вот дома здесь выглядят. Это ЖК «Легенда», где мы, получается, остановились пожить. Вот так вот еще все выглядит. 25-этажные дома. Очень местный автопарк. Местное население. Собственно, сейчас мы идем на метро, станция Аметьево, получается. И мы сейчас поднимемся, нас отделяет от станции буквально 3 минуты ходьбы. В общем, да, проезд стоит 38 рублей по карте, 42 наличкой. Есть еще также жетончики, они здесь пластмассовые. Хочу отметить, что все зеленое, если уже это где-нибудь на севере, то, скорее всего, для вас такая погода, считайте, в мае, в начале мая вы... Очень непривычно, то есть сегодня какое? 30 апреля, по сути, даже не май. Вот так вот выглядит вход на станцию метро Аметьево. Ну, то есть, вы сейчас должны вот этот наземный переход, там вы переходите на такой вот, на ту сторону, туда, и вот там внизу станция. Мы там поднялись по лестнице, и сейчас спускаемся обратно вниз. Вот это метро. На всякий же снег. Ну, вот так. Вот тут запах этот метро сильнейший. Болезненно, потому что не видите этого запаха. О, извините, у меня какой-то запах. Походу на поезд, потому что приехал очень быстро. Очень быстро поезд. Здесь нету типа часов, то там на туннеле висят. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Суконная Слобода. Сопорно. Пишите ее была. Келеса тут доложен. Супновистая станция. Please be careful. О, пёсик. Ого. Вот я там был. А, да? И здесь случайно он делал это. Паркетинг. Ну как? Итак, внимание! Ламборджини у вас. А, точнее, я думаю, что. Давай, вот так. Что, даже не московский, а не наш казан. Ну, катарский. Забыла, что я снимала видео, поэтому вот на второй день. Кажется, вот эти вам видно или не видно, но там аэропорт должен был в Казани, аэропорт. А это федеральный университет. Фабрика Алафузова. Трава тут сгнила, все, еще весь садик прикольный.
Как так? Снег колесо оба заводят. О, Ринка, Италия, Ринка. Да чё? Круто, чё? А где? Подожди, в Москве же, да? Итак, сейчас мы поедем летать на ТВБ. Народу очень много, но меньше, чем в Москве, это радует. Сейчас нам нужна правая сторона, получается. Суббонная слобода. Сопло у нас. Сюда надо. Отсюда, сюда. Так, я сейчас пойду вот туда, но я думаю, она будет побольше, плюс какая-то сетка. Меня это она очень возмущает, я думаю, что это стекло наверху, а там сетка. Вот дом-то это строительный, по-моему, да, товары? Итак, теперь на этом моменте просто оцените, какую капибару я купил себе, и да. И в общем, как она летает на аэрофобе, вам думаю, будет не особо интересно, поэтому, да, просто тут. Я уже прощаюсь с прекрасными казанскими видами из окна. На самом деле, мое мнение о Казани очень классное. Я думаю, хуже намного город, поэтому вы вот не ездите в Питер, не ездите в Москву, ездите на Поволжье. Это куда круче и интереснее. Спасибо за просмотр. По Next2 совсем скоро видео. Увидимся и пока-пока.